У тебя еще будет другая жизнь. Найди свой путь. Кал, осторожно! Ты разговаривал во сне. Чудик. Крис? Не сейчас, у меня дела. Это песня. Это я сочинила ее. Коснувшись предмета, ты видишь его воспоминания, его историю. Это отзвук силы от предмета. Немногие джедаи так могут. Откуда ты знаешь? Я была джедаем, но это в прошлом. Мы знакомы? Нет. Я знала твоего учителя, Джара Топала. Настоящий защитник республики. Да, он герой. Кое-что произошло со мной во время истребления. Я выжил, но моя связь с силой нарушилась. При медитации я расслабляюсь и теряю контроль. Будто я снова там и... Ты выжил, Кэл. И ты не один. Это в прошлом. Приближаемся к месту назначения. Один джедай нашел это место до истребления. Но на картах его нет. Империя не знает о его существовании? Нет. Ну? Каков план? Мы тут спрячемся? Хватит нам прятаться, Кэл. Видишь сооружение? Полагаю, что в этом хранилище скрыт ключ к возрождению Ордена. Но лишь тот, в ком велика сила, пройдет испытание. И раз ты больше не джедай, тебе нужен я. Знаю, ты не веришь мне. А я не понимаю, можно ли верить тебе. Но у нас есть общий враг. И общее дело. Сообщу детали, когда идешь до хранилища. Ну, а сейчас иди познакомься кое с кем. Да прибудет с тобой сила. Похоже, я ищу джедая. Но если здесь уже есть джедай, зачем же я, Цере? Что делаешь, парень? Чего шныряешь по кораблю? Просто осматриваюсь. Что, нечем заняться? Чем скорее ты все сделаешь, тем скорее это закончится. Ты веришь, Цере? А это в контракт не входит. Но вообще-то,
За что попало, я не берусь. Мне с ней повезло. Надеюсь, ты прав. Обычно прав. Давай, двигай, парень. Я чуть-чуть занят. И у тебя дело есть. Эй, Крис, что это за штука? Что? Ты никогда раньше не видел террариум? Видел. Но разве там не должны быть растения? Ну, я был немного занят, возил тебя по галактике. Кстати, можешь отблагодарить меня семенами. Ты же ненавидишь природу. То, что снаружи, еще как. Но за достаточно толстым умбарским стеклом оно само совершенство. Ладно, посмотрим, что удастся найти. Давай, Кэл. Мы подождем. Буду прослушивать передачи имперцев. Я думал, Империя не знает о существовании Богана. Все верно. Но мы должны сохранять бдительность. Ошибки нам дорого обойдутся. Да, ты права. Хорошо, что ты начеку. Удачи там. Куда летим? О, привет, малыш. Тут безопасно медитировать. Нужно сосредоточиться. А. Эй, Беди один? Я Кэл. А, я в норме. Так, ищу кое-кого. Нет, не тебя. Мне нужен джедай, вроде как. Постой, ты знаешь, где джедай? Куда это ты? Эй, постой! Ты что, взломал ее? Спасибо. Вот хранилище, о котором говорила Цере. Там тот, кого я должен найти.
чувствую, там что-то есть. Вот это жучище. Он искал яйца богликов, но стая дала отпор. Здесь не пройти. Вот что Биди-1 имел в виду. Ладно, стоило тебя послушаться. Есть идея? Надо как-то преодолеть это пространство. По тросу? Вау! Ты знал, что это сработает? В смысле нет? Осторожнее там! Выглядит опасно. Тут прямо как на свалке. Держись, Биди-1, я иду! Да ты храбрец. Как ты? Эй, могу помочь. Что скажешь? Оп. Ладно. Ага. Так. Щуп слегка поврежден, но я поставлю тебя на ноги. Так, вставай. Вот как. И я в хранилище иду. Ну что ж, сперва надо как-то отсюда выбраться. Биди, я здесь не пролезу. Не переживай, я выберусь отсюда. Тесно, но попробуем. Тот, кто здесь жил, обустроил внутри склад для еды и припасов. Да, я в норме. Это что, Стим? Ты полон сюрпризов.
Хороший дроид. Так, вторая попытка. Что ж, так, взбирайся. И как ты здесь очутился? Не помнишь? Мне не встречались забывчивые дроиды. Не поспоришь. О, ящик. Надеюсь, джедаи не против поделиться снаряжением. Куда же ты? Что нашлось? Нам нужно вон туда. Я чувствую. Ты отметил все места, где мы были? Я не смогу туда добраться. Нужен другой путь. Ну, началось. Что там было? Спасибо. Кто-то хотел добраться до хранилища с помощью этого. Меня ранили. Вовремя. Не хочет работать.
Там что-то есть? Это не просто учитель. Да, путь труден. Порой кажется, это невозможно. Но упорство и сила помогут преодолеть любые преграды. У тебя все получится. Так, теперь двигайся ко мне. Теперь доберись до меня. Я смог. Упорство и сила и правда помогают. Просто вспоминаю старые трюки. Покажешь снова тот короткий путь? Здесь было место для медитации. Кого-то знакомого с Орденом Джедаев. Ладно, я гляну. Молодец.
Эту сумку кто-то привез с Корусанта. Ее владелец злился на совет джедаев. Что нашел? Здесь был чей-то лагерь. Кто-то был рад, что нашел гигантское существо, живущее рядом. Инок. Так его назвали. Жаль, что щуп-адаптер сломан. Но дать отпор тому Богроту? Ты храбрец. Беди один. Ну, началось. Это что-то полезное? На перегонки? О, держись! Это еще не конец. Ладно, ладно. Ты бы все равно выиграл. Наверное.